Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. С Новым годом концертным. И, конечно, мы немножко лето не дожали. Немножко вот хочется его еще. Ну вот чуть-чуть хотя бы, ну, месяца два, не более. Ну вот и вот дождь. Это, конечно, очень огорчительно. Но вы знаете, самое интересное, что время проходит незаметно, когда чем-то занят, о чем-то думаешь, чем-то занимаешься. И совсем скоро начнется новый повод для отсчитывания дней. Я имею в виду Новый год. Ну что же, лето закончилось. Что же делать? В осени тоже очень много прекрасного. Следующая композиция называется «Первый день». Лето. Ну, мы вспоминаем, как это было. Воспоминания тоже говорят о многом.
Слава Богу, за минуту. Голос можно чуть-чуть. Когда я был маленьким, отдыхал такое местечко Лоу или Хост или Мацеста. Мне было лет 5, и такой санаторий с колоннами сталинскими, цветочки, и приезжали музыканты, которые играли вечером танцевальную музыку. И я так тянулся к прекрасному, тем более после ужина, делать нечего. И вот, вот такая интересная картинка. Сегодня вот девочка выбегала на сцену здесь, когда нас ожидали, играла на инструменте, вот так вот, типа вот. И мне тоже такое ощущение было вот в детстве. Вот подойти, я подошел к этой гитаре, и вот так что-то там стал наигрывать. И вышел к ней улыбающийся такой вот с бородой, этот самый гитарист. А в руках у него почему-то какой-то пакет, то ли там рыба, то ли что. И он подходит ко мне, как бог, да, с этой рыбой. И я с тех пор никогда инструменты не трогаю. На цыпочках. Так называется следующая композиция. Аккуратно. В дамских журналах, не только дамских, а
написано о том, что нужно по возможности структурировать свою жизнь, садиться при первой возможности в позу лотоса и добиваться полной внутренней гармонии. Для этого существуют спа-мероприятия, существуют всевозможные крема, всевозможные мужчины и все прочее, прочее, созданы для того, чтобы внутренний незыблемый покой не был потревожен. И, как интересно, на самом деле ведь этим отличаются пластиковые цветы от живых. Живые, они только сейчас, только перед нами, они знают, что такое увядание. И поэтому так прекрасна их красота. Может быть, эти полярности всегда взаимосвязаны. Где тревоги, там и надежды. И человек, абсолютно лишенный этих эмоций, становится похож на пластиковый кактус. «Тревоги и надежды» — так называется следующая композиция. Thank you.
Сегодня очень хорошая погода, не знаю, как сейчас. Бывал в парке. Там есть кафе, называется «Панда». И в этом кафе стекла. Ну, естественно, стекла, чтобы видно, кто чего делает. И эти стекла протирает молодая девушка. По-моему, она то ли таджичка, то ли киргизка, я не знаю. Очень деликатно. И вот эта вот какая-то плоская штучка резиновая. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ей нравится то, что светит солнце. Не так много людей. А в кустах роют траншеи рабочие, которые тоже, наверное, ее соотечественники. И вот они смотрят на нее из этих кустов, у них там бутылка кефира. Вспоминают, наверное, о чем-то своем. И такая вот там невысказанная и грусть, и томление смотрит на нее. Она как будто из другого мира. Трогательно очень. Ну, может быть, из-за таких эмоций и рождается следующее произведение. Называется «Невысказанное». Посвящается работницам общепита. Созерцательного характера, поэтому многие могут делать какие-то записи, книжечки, какие-то идеи могут приходить неожиданно, связанные с работой, с карьерным ростом. Вот. А вообще так вот можно кушать и пить,
сказать, я человек не пьющий. Скажу, несмотря на внешний вид, я все равно не пьющий. И есть места, скажем, уезжая на дачу в Переславль, особенно зимой, душа просит водки, водки с капустой и с грибами. Что за место такое? Синькамень недалеко находится. Какие-то языческие треволнения происходят. И я сам себя не узнаю. А когда я сам себя не узнаю, так легко становится. Можно такое себе позволить. Что я сейчас с трудом и делаю? Синий камень, так называется следующая композиция. Звездный шатер.
Быть свидетелем того, как в поезде незнакомые люди встречаются только что и начинают говорить, вспоминать, искать какие-то ассоциации. Был случай, я ехал в Абакан, по-моему, 56 или 60 часов. В Новосибирске села пара.
мужчина и женщина, а ночевали уже вместе в подсказке на одной полке. Да. Ну и так, скажем, в возрасте, где-то около 50, столько общих тем обнаружилось. В купе, так называется, следующий группа. Интересно, когда говоришь о музыке, как бы навязываешь свою мысль, свою идею. Ведь у каждого, ведь раньше же вообще были анданты, аллегро, никто ничего не объяснял.
Вот, ну, наверное, так легче для восприятия музыки. Следующая композиция так и называется. Thank you.
вот сегодня часто упоминаю парк. Действительно, в парке сегодня была удивительная картина. Пожилые люди, парочка, солнышко пригрело, и мужчина расстегнул свою одежду и поставил телеса под солнце. В общем-то, для 65-летнего человека есть чем гордиться. С какими глазами смотрела на него его подруга, это было удивительно, удивительно. Там можно было увидеть и бам, и лихую молодость, и дискотеки 70-х и так далее, и так далее. Совместная жизнь, тем более долгая совместная жизнь с любимым человеком, да к тому же помнить о том, каким он парнем был, и каждый раз видеть это большое искусство, большой талант. Дай Бог всем нам достичь такой гармонии во взаимоотношениях. Следующая пьеса так и называется «С тобой». Обратите внимание, мое золото. «Моменты радости». Тоже, знаете, большой талант жить и чувствовать, что каждый момент нашей жизни можно истолковывать как моменты радости. Вот для нас, например, большой радостью, что ну, вот сегодня столько народу, и, слава Богу, все слушают вроде, не звучит кофемашина. Это же такая радость, Господи Боже мой. Вот. И не просят играть что-нибудь потяжелее, побыстрее и познакомее. Вот, и как-то в этом во всем есть удивительная, неожиданная радость. «Моменты радости», так называется наша следующая композиция. Я всем присутствующим желаю наблюдать в своей жизни как можно больше маленьких таких вот моментов радости. За «Моменты радости», это же целый тост. Thank you.
Следующая композиция относится тоже к суперам в нашей музыке. Это творчество Петра Ильича Чайковского. С детства, когда меня принимали в пионеры, и мы возлагали цветы к бюсту Ленина, звучал первый концерт Чайковского. Он мне очень нравился, потому что эти вот необыкновенные, вдохновенные, эти вот, ну кто знает, помните, да? Вот. Это так мне было. Ну что-то такого, да? Такого плана. Мне так это было, мне это волнительно. Я говорил, Чайковский, вы слышали что-нибудь о Чайковском? Вы знаете, кто такой Чайковский? Ну, и поехал в пионерский лагерь. И все говорили, вожатый, вы знаете, вот молодой человек, он очень любит Чайковского, он все про него знает, он вот. И я играл в пионербол, и тут мне неожиданно бежит девочка, говорит, скорее тебя Валентина Николаевна зовет. Валентин, срочно, беги. Что такое? Тут волейбол с четвертым отрядом, надо же бежать. И прибегаю, она говорит, ну садись, садись. И смотрит так на меня. Ну. Прибежал. Ну что, а что, что? Ну, что это? И тут я понимаю, что звучит музыка. Она поставила какую-то музыку. Какая-то не особенная. И что-то там, чего так? Ну как, это же Чайковский, ты же должен знать. Ну это какие-то его, наверное, ранние произведения. Нет, это первый концерт Чайковского, вторая часть. Я просто не успел это. Вот, мне было так неудобно. Ну, вы знаете, наверное, какое-то очень удачное исполнение. Ну что ты, это же Рихтер. Вот. С тех пор я очень аккуратно в своих высказываниях. Но Чайковский действительно, в общем-то, мне известен. И композиция называется «Чайковский навсегда». Это наше национальное достояние. Мы решили с этим ничего особенного не делать. Чайковский навсегда. Thank you.
аплодисменты, ваши улыбки. И вообще, если после концерта люди уходят в другом состоянии, нежели в том, в котором они пришли, это прекрасно, это прекрасно. На самом деле, музыка величайшая вещь, величайшая. С чем можно сказать? С хорошим пивом. Улыбка, так называется следующая композиция. Улыбка. Оркестр ушел. Наш концерт подходит к концу. Я хотел бы поблагодарить всех, кто пришел сегодня. И следующая композиция называется «Величайная». Пробраться по этим пробкам – это большой труд. Я понимаю, насколько это тяжело. Вы это сделали. Мы очень благодарны. Ну и, конечно же, благодарность относится к нам. Вот уже 2,5 года бороздит космическое пространство нашего мегаполиса. «Величайная». Спасибо вам, ребята, молодцы. We'll be right back.
участников сегодняшнего выступления. Художественный свист. Рыжий темперамент. Виолончель. Вокал. Сценическое обаяние. Дарья Львовна Лавать.
Дарья Львовна Ларас, группа «Первое солнце». Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. В Фейсбуке, не знаю, ВКонтакте, где-то слушайте, что люди говорят на улицах. Мы выступаем редко, но стараемся делать концерты запоминающиеся. Спасибо вам большое. Спасибо.